Я вернулся. Как так? Быть беде. Представляешь, на обратный рейс до Варшавы билетов нет. Даже не знаю, как буду добираться. Саш, тебе еще не надоело мотаться туда-сюда? Никита! Иди завтракать. Надоело. Кстати, хотел с тобой об этом поговорить. Говори. А давай вернемся домой. М? В смысле? Ну, в смысле, в село. На ферму. После смерти отца там совсем нет хозяина. А ведь мой отец ее создавал, можно сказать, с нуля. Нельзя ее просто так продать. Так не продавай, пускай этим Андрей занимается, твой брат. Он же там, на месте, ему не надо мотаться между двумя странами. Ну, какой из Андрея фермер? Он спит и видит, как переехать в город. А какой фермер из тебя, айтишника? Ну, я думал, что ты меня поддержишь. Подожди, ты что, серьезно? Да. Прости, что я напоминаю, но у тебя контракт с солидной европейской фирмой. Да. У меня моя любимая работа. Мои девчонки-юниоры уже заявлены на чемпионат Европы. У Никиты школа. Кстати, ты знаешь, что он получил высший балл по польскому? А теперь отгадай правильный ответ на вопрос. Что мы все забыли в селе Вергулевка? Ведь все не совсем так. Это очень перспективный бизнес. И, между прочим, я там и по своей профессии найду работу. Понимаешь, я хочу сделать умную ферму. Знаешь, все компьютеризируем. Я на тренировку опаздываю. Никита, иди есть, уже все остыло. Мапа, че шумите? Что-то случилось? Твоего папу заела ностальгия. Я думал, у нас в запасе как минимум лет 20, а нет. Зов предков. Я не понимаю твоей категоричности. Не понимаешь? Не понимаю. Ну, пусть не понимаю, но ты пойми меня. Где-то мой шанс реализоваться, чтобы исполнилась моя мечта. А что насчет меня? Моих желаний? Отлично поговорили. Никита, я жду тебя в машине. Да, хорошо. Ну, а что вы, молодой человек, думаете? Па, если мое мнение действительно кого-то интересует, то я от этой идеи тоже не в восторге. Прости. Понятно. Все, я побежал. Молодец, можешь идти переодеваться. Готовим малышей. Так и сказал, полетели на ферму. Угу. Это круто. Я даже не представляю, как ему такое в голову могло прийти. Ну, может, у него есть какие-то серьезные основания. Какие?
Для мужчины реализация – это как пойти за мамонтом и добыть его. Зофи, ну какие мамонты? 21 век на дворе. Да и потом мы этих мамонтов достаточно не стреляли за последние 10 лет. Ладно, ты иди, начинай тренировку, я сейчас. Умница. Джим добрый. Никита, заканчивай. Да, сейчас такой уровень пройду. Ну что, дозвонилась? Нет. Сейчас буду звонить дяде Андрею. Алло. Алло, Андрей, привет. У вас там все в порядке? Да все в порядке. Сашка только прилетел и сразу в бой. А что? Да нет, ничего, просто волнуюсь. Он на звонки не отвечает. Да не переживай, телефон в офисе забыл. Перезвонит. Ты, если раньше его увидишь, скажи, чтобы он мне перезвонил, хорошо? Да не вопрос. Хорошо. Давай, пока. Пока. Тело нашли в озере, на живых ключах, в том же месте, где погиб отец. Блин, я не понимаю, что случилось. Оля! Оля! Спасибо, что разрешила похоронить Сашу здесь, рядом с родителями. Мы с ним поссорились перед вылетом. Он хотел вернуться и остаться. Соболезную. А я нет. Вот как вышло. Он вернулся и остался. Оля, я понимаю, этот вопрос неуместен, но... Вы сейчас улетите, и я должен понимать, что будет с фермой. Андрей, пожалуйста, я тебя очень прошу, давай не сейчас. Ты прямой наследник. У Саши было 50%. Ты об этом. Мне ферма не нужна. Может, ты подумаешь?
Нет, я все решила. Эту ферму создавал ваш отец, поэтому подготовь документы, я все подпишу. Хорошо, я все сделаю. Оленька, ты держись. У тебя Никита. Спасибо вам. И вам спасибо. Андрей Егорович. Да. Ну, что там? Ты о чем? Ну, что будет с фермой? Люди спрашивают, нервничают. Да не знаю пока. Неожиданно все, что они не понимают. Не, ну, все же семьи, дети. Да знаю. Короче, скажешь всем, что я буду единственным владельцем фермы. Пусть успокоятся. Зарплаты останутся прежними. Это точно? Не нужна Ольге ферма. Это хорошо, что не нужна. Dziękuję bardzo. Что-то ты мне не нравишься. Я сама себе не нравлюсь. У врача была? Была. Выписал мне таблетки от депрессии. Помогают? Нет. А Никита как? Никита... Никита лучше, чем я. Мне кажется, что он смирился. А я понимаю, что ничего не будет. И это знание превращает меня в пустоту. Все будет, только без него. Мне ничего не нужно без него. Я все думаю, зачем он полез в это озеро. Полиция же дала тебе официальный ответ. Дала. Ни следов алкоголя, ни насилия, ничего не обнаружено. Он просто решил искупаться. В октябре. Ты в это веришь? Прости. Да, Андрей? Ой, я совсем забыла. Андрей, скажи, я смогу это сделать дистанционно? Я поняла, хорошо. Ладно, я прилечу, я куплю билет и тебе позвоню. Пока. Это кто? Это брат Саши. Я должна туда полететь, подписать документы о вступлении в право наследства, передаче моей доли Андрею. Это хорошо. Не в смысле, что ты отказываешься от наследства, а то, что ты имеешь возможность попрощаться и начать жить заново. Ты думаешь? Точно тебе говорю. Ну что? Да все нормально. Не передумала, прилетит. Я не верю. Мы будем полноценными владельцами фермы. Слушай, я недавно тут один сюжет видела. Там полная автоматизация кормов. Выбираешь... Я продаю ферму. Как продаешь? Кому? Копылову. Зачем? Ну, потому что мне не нравилось этим заниматься. И я не хочу этим заниматься. Подожди, почему я узнаю об этом в последнюю очередь? Почему в последнюю? В первую. Он только вчера дал согласие ее купить. Еще бы он не дал согласия. Мы почти банкроты. Это же прекрасная возможность купить ферму за копейки. Он дает хорошую сумму. И вообще, ты что, реально собираешься всю жизнь у коров роды принимать? Так не в этом же дело. А в чем? Да я хотела. Да как ты не понимаешь? Семья, дети. Да у нас нет детей. Юль. Прости, я не хотел тебя обидеть. Но ты же знаешь, чем больше денег, тем больше шансов забеременеть. Да. Ладно, мне надо уже на работу бежать. Еще с нотариусом надо встретиться. Давай.
Господа! Приятной сухомятки. Привет. Ну, в общем, провел я аудит фермы братьев Хворост. Нам еще нужно 10 гектаров под корма. 10? Где же взять-то? Ну, допустим, они у нас есть. Через сколько вновь выйдем? Учитывая все риски, в лучшем случае год-полтора. Года полтора. Ну ладно, поговорю с Ивановичем насчет земли, ну, будем пробовать ее искать. Надо не пробовать, надо найти. Иначе продажи придется сокращать. Клиент уйдет, не вернешь, сам знаешь. Понимаю, решу. Серега, а чего ты с Хворостом торговаться не стал? При их раскладах он бы 20% уступил, а может и больше. Не хочу. Не люблю плясать на костях. Ну, как знаешь. Ладно, жду ответа по земле. Угу. Еще раз все подобью. Давай. Давай. Так. Иванович. Алло. Иван Иванович. Копылов. Ну что вы все про нас? Как вы тут? Там у нас тоже все в порядке. Юлька завтрак приготовила. Ждет нас дома. Андрей, давай заедем по дороге на кладбище к Саше. Хорошо. Поехали. Молодой человек, дайте пройти. Не спеши, мужик. Контора твоя никуда не денется. Вы что себе позволяете? Сидячка, не ори. Что вам нужно? Пошел, пошел. Странно. Я помню все по-другому. Это папины инновации. После того, как вернулся от вас, сказал, теперь все. Хочу все, как в Европе. Договорился с главой, вот они вместе тут порядок и навели. Вот там вот в лесу осталось еще несколько старых домов, там бабки доживают. А там в основном сотрудники ферм поселились с семьями. Детсад, школу привели в порядок. Видишь, ма, а ты думала, тут ужас. Погружаемся. Привет. Спасибо. Никита, иди помогай. Юлечка, привет. Привет, Юлечка. Ты чего это тут? Ничего. Гардероб перебираю. Скоро вообще ни во что не влезешь. Что людям скажем? Почему я должна им что-то говорить? Кому какое дело? Ты дурочку не корчь. Нас и так мало кто любит. Стыда не оберешься. Ничего, переживу. Ну-ну. Еще тошнит? Угу. Я вот тут тебе кое-что насобирала. Специально для тебя. Держи. Пей. На ночь и утром. Поможет. Говорят, Сашкина жена приехала. Приехала. Только ты чего уж больно радуешься. Не к добру это. Ой, все, хватит. У тебя все к беде, все к покойникам. Подпишет она документы, и все будет хорошо. О. Если подпишет. Поняла? Что ты сказала? Попробуйте, это я сама приготовила. Это из коровьего молока, это из козьего. Я тут недавно с твердыми сырами заморочилась. Вот теперь жду, получится или нет.
Это очень вкусно. Никита! Положи телефон, попробуй. Да, сейчас только Wi-Fi настрою. В смысле не получается? Мы же договаривались. Хорошо, когда вы вернетесь? Подожди, так... Ну так, так а что мне теперь? Ладно, разберусь. До свидания. Что случилось? Да нотариус какой-то странный. Бубнит, половину слов не разобрать. Уехал куда-то. Ладно, ничего страшного. Подожди, а как же мы теперь все подпишем? Ты можешь остаться еще на пару дней? Я все улажу. Ну, я не рассчитывала. У меня работа, у Никиты школа. О, законнектился. Наконец-то нормальная скорость. Мат, а что с этой школой случится? День-два все равно ничего не решают. Ну, ладно. А гостиница тут есть какая-нибудь приличная? А ты в своем доме остаться не хочешь? В каком своем доме? Ну, Саша для вас дом построил. Сам собирался переезжать. Он что, не рассказал? Нет. Сюрприз, наверное, хотел сделать. Но если не хотите в вашем доме, оставайтесь у нас. У нас места полно. Да нет, мы лучше в доме. В своем доме. Юля, принеси ключи. Они в ящике в столе. Там ключи от калитки, от дома и машина в гараже стоит. Да, кстати, дом отсюда видно. Если хотите, могу провести. Да нет, я думаю, что мы сами дойдем. Только надеюсь, у нас дом не в виде куба. Ну, тогда я себе брелок заберу. Да, мам. Ну, папа и супер-бизон. Отгрохать такую домину и ни разу не проболтаться. Да. Дом с большими окнами и высоким крыльцом. Как я хотел. Не сам он утонул. Помогли ему. Что? Потревожили ключи. Леша вернулся. Отца забрал, сына забрал. Никого не пощадил. Бабушка! Смерть была, смерть будет. Никого не пощадит. Всех заберет. Вы простите, это моя бабушка, она сумасшедшая. Ходит, всех пугает. Пойдем домой. Извините еще раз. Ничего, ничего, я понимаю. Зачем ты пошла к ней? Чего ты лезешь? Правду люди говорят, ведьма, ты ведьма и есть. Я ведьма? А с чужим мужиком крутить, это как называется? Сама закрутила, сама я разберусь. Главное, что было с кем разбираться. А там поступай, как знаешь. Ну что, наконец-то на нашей улице праздник. Ты о чем? Здравствуйте, никто не в курсе? Давай рассказывай, работать надо. Продают нас потрохами. Кому продают, откуда знаешь? Копыловские подтвердили. Серега Копылов нашу ферму выкупить решил. Так, что случилось? Почему не на месте? Виктор Олегович, говорят, нашу ферму продают. Первый раз слышу. Это правда. Мой муж продает ферму Сергею Копылову. Это точно? К сожалению, да. Сделка должна была состояться сегодня, но там что-то с нотариусом, поэтому ненадолго отложили. Работаем, работаем. Пойдем. Там Милка должна отелиться, надо все подготовить. Жду тебя 18:00 на нашем месте.
Ма, я тут поселюсь. Все ок? Да. Ты что-то сказал? Говорю, я в комнате напротив упаду. Да, падай. Я сейчас в магазин схожу, нужно что-то к обеду купить. А, чипсов купи. Да, хорошо. Хорошо? Мам, точно все в порядке? Еще раз просишь, я передумаю. Ладно, ладно, я у себя. К нотариусу дозвониться не могу. Трубку не берет. Ну ничего, они должны быть еще в райцентре. Сначала поедем к ним, подпишем передачу прав, а потом договор купли-продажи. Андрюш, может быть, ты передумаешь? Юля, не начинай. Всем от этого будет только лучше. И Копылову, и ферме, и работникам, и животным, всем. И главное, тебе, да? А тебе нет. Ну, я люблю свою работу. Я в конторе. Последний раз, слава богу. Гений парковки. Что творите? Что я творю? Это я перегородила своим катафалком полулицы. 5 минут подождать вы не могли? Послушайте, уважаемый, как вас? Сергей. Сергей, я вам сигналила, пыталась проехать. Ноль реакции. Я в душе был. Я должен был к вам голый выбежать. А надо правильно парковаться, тогда не нужно будет бегать. Барышня, здесь еще один дом и тупик, здесь кроме меня никто не ездит. Это мой дом, и теперь здесь буду ездить я. Поэтому я вам советую парковаться не поперек, а вдоль улицы. Буду знать. А вы, милая, не кричите. У женщин от этого морщинки появляются. Хам! Психопатка. Никита, ты меня слышишь? Я сейчас к дяде Андрею, потом к нотариусу, хорошо? Угу. Еда в холодильнике. Можно я посплю? Ты петухи, иди, то ты... Привет. Привет. Доброго здоровья, Ганна Матвеевна. Андрей где? Уже у нотариуса документы проверяют. Невинно убиенный, невинно. Я не понимаю, о чем вы. Простите, мы спешим. Слушай, а кто это? Бабка Ганна, местная сумасшедшая. Деревенские считают ее ведьмой. Она вчера тоже приходила и твердила о каком-то невинно убиенном. Ой, не обращай внимания. Мало ли что ущипнутой на уме. Юль, а как свекор умер? Нашли мертвым возле озера. Лежал, держался за сердце. Острый инфаркт. Возле озера это где Саша утонул? Да. Понятно. Знаешь, я рада, что Андрей решил продолжить дело отца. Саша мечтал видеть ферму процветающей. Оль, Андрей продает ферму. Продает? А когда? Сегодня, сразу после того, как ты подпишешь документы. Кому? Сергею Копылову. Он хозяин агрофермы. Он занимается кормами. Все поля вокруг – это его. Кстати, он твой сосед.
сосед. Вот, возьми. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, подписали уже? Нет, ждем звонка. Надо обмыть это дело. Управляющий по шапкам не надает за утреннее возлияние? Мы ж так не сильно. И кому охота работу терять? Он что, не человек? Да. И тут вроде даже сокращения не будет. Вы же здесь? И вам, Ольга Николаевна, доброе утро. Если оно доброе. Прошу. Сначала подпишем акт передачи. Потом перейдем к документам купли-продажи. Пожалуйста. Поставьте подпись возле фамилии. Оль, что-то не так? Почему ты мне не сказал, что продаешь ферму? А какое это имеет значение? Ему? Мне? Да. Саша хотел, чтобы ферма осталась в семье. Но Саши уже нет. Зато есть я. И я не подпишу. В смысле? Я вступаю в права наследства, и как совладелец я отказываюсь продавать ферму. Ты что, с ума сошла? Ольга Николаевна, вы, видимо, не в курсе. Дело в том, что ферма ваша банкрот. Год этот она не переживет. Я даю за нее хорошие деньги. Я все сказала. Ты что, в хозяйку решила поиграть? Ну, давай, вперед. Только учти, на мою помощь можешь даже не рассчитывать. А вам не надо полфермы? Я с психопатками не работаю. Да, слушаю. Понял? Скажу. Ну что, говори, не томи. Не подписали. Теперь у нас новая хозяйка. Ольга Николаевна Хворост. Да, она сейчас нахозяйничает. Придется новую работу искать. Чего, я за границей не сидит? Да, хватит! Новость, конечно, не из лучших, но у нас есть силы все исправить. И как ты собираешься все исправлять? Исправлятор. Ты на ней женишься, а потом фирму на себя перепишешь? Глупая ты баба, Зинка. Ну, а ты поумнее тебя буду. Если ты такая умная, то давай, предлагай. Ну, есть идеи? А у меня есть. Федорович, ты если хочешь что сказать, говори. Нужно такую райскую жизнь этой заграничной мадам устроить, чтобы она свою долю Копылову продала. Ты сам придумал или кто подсказал? Зинка, тебе что не предложи, все не так. Как с тобой Петя же? Слышь, ты давай моего Петьку не трогай, а то всю жизнь будешь на стоматологов работать. Ой, все. Ну, говорите. А что тут думать? Выбора у нас нет. Либо ферма остается у этой, либо, как Федорович говорит. Кто за? Я за. Я за. За это и выпьем. Что значит мы остаемся? Где мы остаемся? Тут? В этой дыре с петухами? Никита. Что, Никита? Я уже 14 лет как Никита. У меня 50 тысяч подписчиков на Ютубе. Что мне им теперь показывать? Ник, я прекрасно понимаю, что это все неожиданно для тебя. Неожиданно? Неожиданно это, если бы ты вдруг зеленый покрасилась. Я бы сильно удивился. Но остаться я не согласен. Ник. Но папа хотел... Мам, ты себя слышишь вообще? У папы были планы, он хотел умную ферму, и он сделал бы. Что ты будешь делать с коровами? Тройному тулупу учить? Ты не прав. Я прав. И ты прекрасно об этом знаешь. Мам, ну что на тебя нашло? Ты же не хотела этим заниматься. Сынок, просто мне кажется, что здесь что-то не так. Что папа погиб не случайно, понимаешь? И я хочу в этом разобраться. Ты еще и в детектива решила поиграть. Никита. Понятно все.
что Сашка натворил. И как мне теперь быть со всем этим? Ну, я думал, что ты меня поддержишь. Я тебя поддержу. Да-да. Извините, вы заказывали. Да, оставьте как есть. Еще что-нибудь? Нет, спасибо. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия. Я спрашиваю, почему вы до сих пор не оплатили семена? Вы что, хотите посевную мне сорвать? Так к бухгалтерии. Что бухгалтерия? Уже не знаете, где находится бухгалтерия? Или мне за вас сходить туда? Сергей Владимирович, не помешал? А вы свободны. И чтобы завтра все документы были у меня на столе. Конечно. Здорово. Лютуешь? Ай. С утра настроение не испортили? Я вот как раз по этому поводу. Что делаем с новыми наделами? Возвращаем. Откуда эта зараза свалилась нам на голову? Слушай, а можешь не спешить? Женщины непредсказуемы. Но вдруг передумают, а? Ладно, я подожду до понедельника. Если ничего не изменится, пойду опять в сельсовет, к Иванычу поговорю. Ты бы знал, какого труда мне стоило получить эту землю. И... Зараза, живет по соседству. Со всех сторон обложила. Не кричи. Ты ее видел? Мелкая, тощая. Ну куда ей ферма? Сбежит через месяц. Максимум. Вот что-то подсказывает мне обратное. Фу, слава богу, жива. А я уж все передумала, пока бежала. Ты почему телефон отключила? Не хочу разговаривать. С кем? Ни с кем. Что с фермой? Только не делай вид, что ты не в курсе. Добилась, чего хотела. Все. Уже никто ничего не продает, и никто никуда не уезжает. Радуйся. Ты не ори. Еще спасибо мне скажешь. Леший он тут. Он ждет. Да отстань ты от меня со своими пророчествами. Каркаешь и каркаешь. Докаркалась уже. Я твой любимый пирог испекла. Будешь? Не хочу. А ты куда? Гулять. Осторожней. Мам, не начинай. Мне нужно найти хоть что-то, о чем можно стримить. Иначе у меня благодаря тебе за неделю ни одного подписчика не останется. О, здрасте, тетя Юль. Не подскажете, что у вас есть интересного в деревне? Ферма. А, проехали. Юль, проходи, я на кухне. Что это с ним? Бунт. Не понял моего решения остаться. Честно говоря, я тоже не поняла. А Андрей что? В бешенстве? Не знаю, не видела его. А звонить не хочу. Пусть немного успокоится. Почему ж ты передумала? Подумала, что это будет предательством. А предать Сашу я не могу. Еще Копылов этот мерзкий. В общем, все, что не делается, все к лучшему, да? Да ладно, не переживай. Я так-то даже рада, что ты не подписала столько труда и все бросить. Спасибо тебе. Я думала, что меня все проклянут. Только не я. Здорово, друзья! Это снова я, Никитос, и это новый влог. За моей спиной находится Вергулевская школа, в которой мне предстоит Привет! Ты новенький? Да. Слушай, я и так уже 5 дублей запорол. Ты не можешь выйти из кадра? А, прости. А что ты снимаешь? Это видео для блога. И что, это кому-то интересно? А что, у вас есть что-то интересней?
Ну, если не боишься, можно пойти на капище. Куда-куда? На капище? Да. Пошли отсюда, быстро. Зачем? Так, ничего не говори, не делай, понял? Опа, еще один ботан нарисовался. Вы что, кучкуетесь? Отвали, пойдем. Слышь, тебе что надо? А ты что, борзый, а? Слушай, его надо проучить. Пошли! Юля, можно вопрос? Ну, конечно. Саша тут год жил. И оказалось, что я ничего не знаю. Ну, например, про дом этот. Что ты конкретно хочешь узнать? Скажи, его видели с кем-нибудь? Что ты имеешь в виду? С другой женщиной. Я тебе так скажу, у нас тут слухи быстро разлетаются. Но конкретно Саше ничего такого сказать не могу. Хотя... Что? Тоська тут одна за ним увивалась. Тоська? Угу. Внучка бабы Ганны. Она в сельсовете секретарем работает. Ну так между нами, за всеми мужиками. Охотится. Ну что, ты мне покажешь все на ферме? Ну, конечно. Так что они вообще от тебя хотят? Ничего. Они просто уроды. Так почему ты родителям не расскажешь? Чтобы папа их убил и сел в тюрьму? Ну их. Они ко всем цепляются. Проще не обращать внимания. Очуметь. Скажи, клёво. Да. Слушай, ну а чё местные-то боятся? По легенде, место считается проклятым. Типа, кто сюда придет, тот в скором времени умрет. Бред какой-то. Ну, очень удобный бред. Можно прятаться от Михи и его отморозков. Эх, батарея села. Ладно, завтра приду, сниму. Идем обратно? Сейчас только соберу все. Ух ты, что это? Это браслет моего отца. Что он тут делал?